Допустим, первый закон. Закон неизбежного развода. Ну, то есть, вот почему рушатся почти все семьи. Причина какая? Влюблённость заканчивается, любовь не наступила. Почему любовь не наступила? Потому что у нас нет сил служить друг другу. Мы работаем каждый день, занимаемся детьми, нам некогда. Переключатель не включаем. Начали включать переключатель. Что сохранит семью? Женщина должна понять, что сохранит семью следующая последовательность. Первое. Принятие друг друга. Что это значит? Меня не беспокоит недостатки близкого человека, он нормальный человек. Я домой прихожу, могу нормально отдыхать, могу нормально спать. Я уже дома, не в аду, мне, по крайней мере, хорошо. Любви, может быть, нет, но зато мне хорошо с этим, сейчас спокойно. Вторая стадия. Ты служишь человеку, заботишься о нем, молишься, работаешь над собой, ходишь, там, постишься, неподвижное положение тела, наполняешься всеми видами энергии. Вот. Вторая стадия. Называется уважение или благодарность. Ну, то есть, тот человек, который ничего не делает, он просто живет, он начинает испытывать благодарность по отношению к тебе, что ты хороший человек, спасибо тебе. А ты начинаешь его уважать. Чувствуешь, что у него есть хорошие качества, нормальный человек, несмотря на то, что он не живет правильно. Третья стадия называется верность. Что это за стадия? Это стадия, во время которой человек начинает чувствовать очень чистое, светлое чувство по отношению к человеку, как будто бы Бог подарил этого человека реально. Спасибо тебе, Господь, что я живу с этим человеком. То есть люди душу друг друга начинают чувствовать. Это уникальная стадия, которая дает возможность людям прожить не только в этой жизни вместе, а еще и в следующей. Они отрабатывают полностью свою судьбу совместную, и Господь награждает их счастьем. Они просто чувствуют огромное счастье. Этот человек начинает другую жизнь. Он получает милость от того, кто работал над собой. У него начинается другая жизнь. Он начинает менять себя, работать над собой. Чудо происходит. Сердце человека меняется. Олег Геннадьевич, вы давайте сказки не рассказывайте, вы нам скажите мне просто, что сделать, чтобы сохранить семью. Рассказываю просто. Надо молиться, алтарь, чтобы дома был, всегда звучала духовная музыка, если ему не нравится, значит хотя бы в ваших наушниках, значит через вашу память на него будет действовать. Нужно освещать пищу и кормить его освященной пищей. Ваша задача – включить совесть в его сердце. Если у мужчины появляется совесть, хоть тысячу раз красивее какая девушка будет, он вас бросить не сможет. Потому что бросает только бессовестный человек. Все. Совесть включена, бросить невозможно. Живите дальше, будьте счастливы. Если вы не молились, не работали над собой, пищу не освящали, освященной пищей мужа не кормили, не прощали, не терпели, значит, шансов нет сохранить семью. Влюбленность заканчивает, человек живет ради только любви. Если он другой любви не знает, значит он уходит. Потому что без любви жить невозможно. Следующая закономерность. Зачем заботиться о близком человеке? Давайте будем включать эзотерику. Ну, то есть глубокие закономерности отношений. Вот, допустим, зачем женщине готовить мужу? Если женщина с любовью готовит мужу, то весь его характер находится у нее под полным контролем. Она может ему по-доброму сказать что-то, и он будет меняться. Потому что через желудок идет путь к сердцу мужчины. Ну, то есть, ну, так же, как ребенка, допустим, как собачку, допустим, кто-то кормит, она становится верным. Так же, как ребенка, кто-то кормит, он становится верным. Точно так же мужчина, его жена с любовью кормит, его сердце начинает принадлежать ей. Все, вот для чего надо мужа кормить. У меня был такой случай, представляете? Женщина рассказывает: Олег Геннадьевич, у меня такая ситуация. У меня есть подружка, вот такая классная подружка. Вот, я родила ребенка, у меня маленький ребенок. И у меня нет времени, короче. Я попросил подружку: слушай, ты можешь нам подготовить?
ну, подготовить, потому что я с ребенком сижу, у меня и время, муж работает. Как вы думаете, что дальше? А дальше подружка увела мужа. Поготовила. Что ей надо было делать? Ей надо было, чтобы подружка пеленки стирала там, убиралась в доме, что угодно там с ребенком нанянчилась, а мужу готовить надо жене. Теперь, зачем нужна в доме чистота? Зачем нужно стирать, все убирать? Это защита. Запомните, несчастные случаи, все, как бы, вся, все плохое в жизни человека приходит через грязь. Грязь означает незащищенный человек. Даже просто представьте себе, вот человек чистенько выглядит. Очень сложно его оскорбить, ну, плохо к нему поступить. Теперь он чумазенький, грязненький. Да, все пренебрегают, да, пошел отсюда, да, иди отсюда и так далее. Ну, то есть, понятно, да? То есть зачем нужна чистота? Это защита. Ну, то есть женщина чем занимается? Она контролирует ситуацию с мужем, когда она кормит его с любовью, а еще лучше освященной пищей. Она, когда чисто все в доме прибирается, она защищает всю семью, себя от злых духов, мужа, всех детей. Если она еще, допустим, пусть даже в стиральной машине, но с молитвой. То есть стиральная машина стирает, а вы молитесь в это время. Ну, где-то там. Одежда становится как оберег. То есть муж надевает, ему ничего никто плохого не сделает. Так в древней культуре люди жили, они все это чувствовали, они это делали, понимаете? А мы как бы не чувствуем, не делаем. А почему мы вот мы это все потеряли? Почему мы это все потеряли? Ну, потому что мы такие себе поставили. Ну, как бы мы считаем, что счастье – это материальный прогресс. То есть есть прогресс духовный или сердечный, когда мы отношения улучшаем, мы когда общаемся лучше друг с другом. Тогда это один прогресс. А когда мы думаем, что надо лучше жилье, лучше там стиральные машины, там все, то это другой прогресс. Вот чем меньше женщина соприкасается с пищей, тем меньше в ней любви. Ну, робот же не даст любовь, там, пусть робот готовит. Это другая пища уже. Представьте, любви меньше в семье. Допустим, готовит полуфабриката, принесла, приготовила чуть-чуть, там, 5 минут. Вот на 5 минут любви, значит. Если чуть-чуть вложилось в приготовление, больше любви в семье. Ну, то есть, любовь – это же что-то живое, это не что искусственное. Вот компьютер, он любовь не передает. Женщина передает любовь.